Ну ничего. Водохранилище в Сорочьем Лагуна заклинание «Ловись, рыбка большая и маленькая» Людмилы Воробьевой отозвалось и, подобно джину, просьбу выполнила. Спустя 2 часа к среднему подлещику прибавилось 2 поменьше. Однако профессиональная рыбачка считает, что на соревнованиях роль играет не удача, а сноровка и знания. Брызгать и на крючок. Они с разными вкусами. И так можно подобрать... Что рыба хочет в данный момент. Вот вы как считаете, что сейчас рыбка хочет? Сейчас рыбка хочет специи. Заядлые рыбаки уверены, важна не только наживка, но и место расположения. Тем более, когда речь идет о донной удочке. Людмиле попался сектор В, самый неглубокий из всех, поэтому она приноровилась к броскам не сразу. Но, как отмечает главный судья, это нормальная практика. Люди сначала забрасывают грузик, промеряются, находят себе какие-то бровки, неровности, травку, там, где они предполагают, что будет больше скопления рыбы. И уже выбирая себе дистанцию ловли, на какой они будут ловить, они в своем секторе каждый ловит и старается превзойти своего соперника. Соперников, кстати, было много, 53 человека, поэтому добыча старалась поменьше активничать. Злую шутку для рыбаков сыграла еще и погода. Сильный ветер помогал обитателям водохранилища рвать снасти, которые у профессиональных рыбаков особенные. Сейчас ветер очень сильный, кормушки 100 грамм. Мы их кидаем, все на одной дистанции стоим, где-то за 40 метров. Кидаем, и получается хлопки, рыба осторожничает. Не так, то есть не сильно подходит к насадке. То есть она поднимает ее, попсосы какие-то, и бросает. Крючок тонкий, мелкий, чтобы рыба не боялась его. Несмотря на ветреную погоду, соревнования прошли удачно. Максимальный улов в личном зачете за 2 дня составил 14 килограммов. А ведь сезон только начался. Кстати, рыбаки отметили, что, скорее всего, он будет удачным. Ведь уровень воды в реках по сравнению с прошлым годом нормализовался. Данил Кузнецов, День с толком.